Сегодня днем на трассе Григориополь-Колосово произошла авария недалеко от села Карманово. Водитель рефрижератора потерял сознание и врезался в дерево. Водитель в машине был один, он жив, отделался ушибом. Как все произошло, водитель не помнит. На месте аварии работала наша съемочная группа. Вот он, тот самый Volkswagen. Сбоку вроде бы целый, но лобовое стекло и капот машины в смятку. Из-за сильного удара об дерево фары машины отлетели на несколько метров в поле, а в салоне все перевернуто. Возле машины лежали ценники. Судя по ним, водитель вез в село продукты, но не довез. На место аварии первыми приехали врачи скорой. Они оказали пострадавшему водителю помощь. Нас вызвали прохожие, а что произошло, мы не знаем. А мужчина, это пострадавший? Он не помнит, что произошло. Сам момент аварии он не помнит. Нормально, он в шоке. Он сейчас не может давать ничего. Через 10 минут на место аварии приехали сотрудники милиции, осмотрели машину и поговорили с пострадавшим. Водитель сказал, что ничего не помнит и о том, как попал в аварию, ничего сказать не может. Врачи доставили его в Григориопольскую ЦРБ. Водитель получил ушиб ноги, ложиться в больницу он отказался. Дарья Булига, Игорь Мацота, ТСВ.